Я вас люто приветствую. Меня зовут Александр. Добро пожаловать назад в прохождение Dishonored 2. Итак, в прошлый раз мы начали исследование временного разлома в доме Арамиса Стилтона. И под впечатлением от увиденного, под впечатлением от вот этой механики обалденных перемещений во времени, я упустил из виду пару вполне очевидных вещей. Первое. Арамис Стилтон не такой уж и негодяй, на самом деле он нормальный человек, можно сказать, таки вполне себе пристойный и хороший. Исходя из того, что я тут находил такие обрывки, сведения о нем, Лука Абель его в принципе заставил участвовать во всем этом эксперименте. Второе, временной отрезок, который провалился в временной разлом, имеет длину всего лишь 3 года. То есть разница между прошлым и будущим 3 года, и никакого эффекта бабочки, а уж тем более лавинного эффекта, от моих действий произойти особо не могло. Да, детали, которые я тут разрушаю, они, конечно, изменяются, но смерти, например, я не думаю, что за 3 года что-то изменилось. Итак, я здесь оставил еще амулет в настоящем. Не знаю, как до него добраться. И еще один амулет у меня в прошлом. Давайте попробуем все-таки добыть этот амулетик. Просто мне не имется. Я не могу оставить в покое просто так. Так, здесь его нет, да? Ну, давай пройдем наверх, посмотрим. Не могу просто так оставить его. Мне прям зудит. Хочу его забрать. А, да, и у меня еще здесь, в этом времени, в прошлом, амулетик не добыт. Кстати, я его не вижу. А вон он. Черный амулет тоже, кстати. А от него там нужен код от сейфа. Давай глянем. Может быть, я вот это здесь пропустил что-то. Может, какой-нибудь сейф есть. И еще что-то, какая-нибудь информация. Потому что я тут облазил половину этого здания. А, ну смотри-ка, вот сейф, кстати, есть. О, денежки. Погоди-ка, а это? Двушечка. Еще двушечка. Нет, ну это здорово, но это не совсем то, что я искал. Но тоже неплохо. Давай все-таки смотреть, как добыть тот амулет. Так, берем временной компас. Переходим сюда. А он где-то здесь, да? Мне нужно как-то попасть на люстру. Да, прыгнуть на нее я не могу. К сожалению. Так. А тут что у нас такое? Люстра валяется. Так, а в том времени есть у нас люстра? Да, смотри-ка, у нас есть люстра. Я могу попробовать допрыгнуть. Отлично, даже достал. Так, но эта люстра, по-моему, висит ниже. А в настоящем она чуть повыше. Значит, как-то их надо, не знаю, где-то поднимать. Есть какие-то механизмы? Да, ну да. Какие-то механизмы есть. Как это работает? Это опускается, нет. Нам этого не надо, давай обратно. Так, они все поехали вверх. Нет, смотри-ка, они не все поехали вверх. Средний почему-то в другую сторону уезжает. Ага, вот так. Давай, отлично, сейчас попробуем допрыгнуть. Так, раз. Давай. Три. Надеюсь, это сработает. Отлично, это сработало. Так, а здесь... Я поднимусь, нет? Будем надеяться, давай. Молодец. Шикарно. Наконец-то мой амулет. Беспокойная цепь. Питик. Я пришел сюда ради питика. И сирконских народных песен. А вот это место, оно... здорово. Оно в прошлом. Как выглядит? Ништячками даже, смотри-ка. Неплохо.
Это я удачно зашел. Погоди-ка. Эта дверь закрыта как в прошлом, так и в настоящем. И у меня возникает один такой нескромный вопрос. Как? Как сюда можно было попасть? Откуда? И кто вот изнутри все это законопатил, а потом куда он подевался? А? Ну вот серьезно, скажите мне. Явно же дверь изнутри закрыта. Причем механизм такой нехилый. Нельзя его закрыть, а потом выйти через него. Или я что-то не понимаю? Ну ладно, давайте возвращаться, у меня там еще один. Так, а возвращаться, главное бы не разбиться теперь. Не хочу ногу подвернуть. Честно вам скажу. Отлично. Так, у меня где-то остался еще один амулетик. Верно, это он. Пойдем посмотрим, что с ним. И как мне его раздобыть. Тут же я не сильно ушибусь, если упаду, да? О, погоди-ка, а эти люстры можно как-то балансировать? Для них есть механизмы? Ну, судя по всему, есть, но... непонятно где. И с другой стороны, что мне это даст? Ну ладно, в общем-то... А почему я не могу открыть? Зараза. Ну пошли под стол, что делать-то? Раз других вариантов у меня нет. Причем в этом времени дверь-то вынесена. Так, ну где же мне найти код? Где же мне найти код? Подожди. 238. Серьезно? Сейф-то все время открытым был. Я вот тут бегаю, ищу код. Вот код открытых дверей, уже как бы готов. Я решил головоломку, да, когда сжег собаку. И увидел как бы код. То есть 238. Перемещаемся. Ну-ка, 2. Давай крутись. Крутить барабан. 238. Шикарно. Невидимая нить. Обалдеть. Дай-ка посмотрим, что там вообще такое набралось у меня. Что за амулеты вообще? Поджигатель какой-то. Радиус зажигательного болта немного больше. Глубокая могила. Могильная гончая, фигня, фехтовальщик. Это понятно, беспокойная цель. Враги иногда роняют гранаты и мусор себе под ноги. Эмоции какие. Стойкость к взрывам, понятно, духовный запас, хищная птица, доспех бездны. Так, загнанный зверь. Низкое здоровье, сильно увеличивает наносимый урон. Ну это хорошо. Железные корни ваз. Гораздо сложнее сбить с ног. Невидимая нить. Притяжение делает вас невидимым при движении. Вот это офигенная штука. Слушай, а сколько у меня рун? Рун у меня 6. Так, я могу вкачать амулеты? Что у меня здесь? У меня уже есть было вкачано с 3 эффектами. Низкий шанс. Блин, да тут все так вкусно и так много. Я могу, в принципе, прокачать и создание рун. А подожди пока. Не будем торопиться. Может, мне еще пригодится. Так. Значит, все, что мог, я здесь уже раздобыл. Ничего у меня не осталось нигде. Все руны, все амулеты, я все подсобрал. Прекрасно. Так, а в том времени? Так, и в этом времени у меня ничего нет. Значит, пора нам навестить уже Арамиса в его саду. Здесь я всех вынес, мне опасаться некого. Мне погоди. Нужен код к кабинету Стилтона. А в этом времени как оно? Да так же. Получается так же. Ну ладно. Арамис, я иду. Так. Да ты что? Я боюсь. Если даже ты боишься,
то, что говорить обо мне? Стилтон? Это ночь, когда жизнь Стилтона рухнула. Так, охрана. Еще одна. Мне, наверное, не стоит их всех убивать при нем. Иначе он может обидеться, наверное. Ух ты! Вот тебе и... Так, уходим. Уходим, уходим. Ой, жесть! Ой, твою мать! Куда я попал? Ёлки-палки! Почему я не разведал, куда я прыгаю? Блин. Черт, напугали. Зараза. Так, охранник. Блин. Тихо. Чё ты разорвался сразу? Кто, где? Никого нет. Лежи молча. Фу, напугали вообще. Давай отожремся. Двушка питик, это хорошо. Деньги, кошелек, все это в пору. Сейчас давай сначала прошерстим, что есть наверху. А потом будем думать, как нам с ребятками поступить. Ну правда, убивать вот сейчас их не самый удачный момент. Можно попробовать их связать цепью тогда и закинуть сюда, а потом уже здесь переколошматить. Но опять же, Стилтон может обидеться, мне кажется. Надо как-то поаккуратнее с этим моментом. Ага, тут вот так можно пройти. Ладно. Давай сейчас выясним для начала, что там было у нас в настоящем. В принципе, можно проявиться прямо возле Стилтона тогда. Вообще не выпадая на глаза охране. Тут что в прошлом? А, тут собачки, смотри. Ну, собаченьки-то ладно. Сейчас с ними разберусь. Ох ты, блин, высоко-то как было. Собака. Бабака. Тихо. Барбос. Извини, но ты мне мешаешь. Я не знаю, за каким фигом ты ходишь. Но ты мне мешаешь. Прости, песик. Ну так надо. Если бы я мог сделать что-то такое, чтобы вы на меня вообще не агрились, я бы сделал. Но, к сожалению, вы не такие. Так, что у нас внизу вообще было? И есть. Все-таки смотреть через призму времени очень интересно. Это настолько завораживает, что просто залипаешь за это все. А давай мы этого товарища просто вырубим. Потихоньку, хотел сказать, вырубим. У меня еще одна собака, что ли? Где? Так, Эмили, не застревай, пожалуйста. Я тебя прошу. Собачка. До свидания. Так, что здесь? Вообще какой-то прям... обходной маневр можно было сделать и пройти вообще понизу. Не убив даже собачек, по-моему. Ну, разве что последний пришлось бы, не знаю, ну, усыпить. Так, охранник, куда он делся? Может, привлечь его внимание? Давай вот так, усыпим его потихонечку. Тихо. Тихо. Отлично, там я еще одного увидел случайно. Где-то здесь стоит. Вот. Замечательно. Ты куда собрался, друже? Никого нет поблизости. Никто не увидит моих маневров. Тихо. Никто ничего не видел. Так, получается, остался один охранник. Надеюсь, я не ошибаюсь. Все-таки я проделал непростой путь, чтобы никого из не убить.
Было бы глупо сейчас напороться. Слушай, тут двое. Блин, зараза. Ну, может, ты отвернешься? Еще и возле фонарей стоит. Совсем близко эта подруга. Давай-ка сделаем. Попробуем так, по крайней мере. Сохранимся. Но что я могу поделать? Только служить ему, верой. Я не могу использовать цепи, забыл. Ладно, давай усыплять. Да, мы все умрем. Но только не... Когда герцог тихо начнет мне доверять, я вздохну спокойно. Спокуха. Уже завтра все будет хорошо. Так, где вторая? Ну лови. Во имя бездны! Все, все, угомонись. Сюда кто-то вломился! На помощь! Стилтон! Стража! Ты че разорвался, дурак? Чего ты орешь? Так ты не увидишь кошмар, который сведет тебя с ума. Действительно. Так, а где его кот? Вырубив Стилтона, я меняю прошлое. Но что изменится? А, в его записной книжке. Давай, ты поспи здесь. Ты хороший человек, тебе действительно ни к чему все это. Код 976. Столько монет было в моем кармане при отъезде из Марли в Карнаку. 7, месяц моего рождения. 6, номер нарисован на моем ведерке с обедом в руднике. 976. Прекрасно. Смотрим сведения. Код от двери. Все верно. Универсальный ключ получил. То есть теперь, в принципе, могу проходить спокойно сквозь двери. Да я и так раньше проходил, никаких проблем с этим не было у меня. Так, ладно. Давай теперь осмотрим это место повнимательнее, когда оно еще не утратило своей красоты. Так, вся охрана жива, получается. Я какой-то милосердный сегодня. Это пугает. Честно говоря. Я привык как-то без страха и упрека всех резать здесь. А тут как-то тихо прошел. Всех просто передушил. И мне даже как-то понравилось. Чуть-чуть. Ну, самую малость. Ну, правда. Я даже этого поудобнее устрою. Ой, ну, пардоньте, ну я старался, правда. Так, а здесь у нас? Получается, могу обратно отправиться. Ну что, друзья, готовы? Вперед. Так, сейчас главное не спалиться и чтобы никто меня не заметил. Вообще, я где? А, все, дошло до меня, где я. Воу, погоди-ка. Это дом в настоящем? Да ты, наверное, шутишь. Стилтон не сошел с ума. Дом не пришел в запустение. Так это ж круто! Слушай! Я ещё балдею. Ништяк! Ну как, запустение немножко пришло, конечно. Но, по крайней мере, обжит. Слуги ходят, смотри. Офигеть, да подожди, я наслажусь деянием рук своих, так сказать. Тут как бы ремонт, по сути, идет, да, в этом здании? Смотри-ка. Поменяли обстановочку. Здорово. Дверь поставили там, где ее не было. Фига. Погоди. А где был Стилтон сам? Давай посмотрим, что он сейчас делает. Прежде чем я пойду разбираться со всей этой честной компанией. Пойдем посмотрим на Стилтона. Даже интересно стало. А то, может, мне потом вдруг не дадут.
Как ребятки чинят. Нормально. Смотри, никаких тебе трупных хоз, ничего. Памятник. Кому? Шахтеру или Стилтону? Я не совсем понимаю, что произошло, честно говоря. Он живой остался или умер? Давай-ка отпереть. Стилтон. Тут рояль исчез. Офигеть, а где он сам? А я могу с ним поговорить, интересно, потом? Очень бы хотелось, кстати. Он наверняка в здравом уме теперь. Так, надеюсь, тут никого нет. Здорово. Ой, амулет появился, смотри. Стоять. А вдруг кто увидит меня? Давай сразу, чтобы переместиться вовремя. Круто. Бабочек коллекционирует, смотри. Хороший дядька ведь. А я его там обворовал по полной программе. Да ладно, кого я обманываю? Все равно его обворую. Хороший он, плохой. Я, понимаешь, королева без трона, мне сейчас деньги нужны. На все, считай, нужны деньги. Так. Давай смотреть. Чей это памятник-то? Он не подписан, кстати говоря. Тут вместо кухни стало бильярдное. Нормально, просто работяги, короче, ремонтируют дом. Кстати, я не был на кухне. Так, тихо, подруга. Мне лишний кипиш ни к чему. Просто полежи и все. Так, ну и ты. Извини. Все. Спать. Отлично. Там все равно никого не осталось, никто не войдет. Ну, я хотя бы узнаю, что здесь было. А то я ведь не заходил на кухню, я боялся, что они раскричатся. Китовая кость, я не зря, слушай. Не зря сюда заглянул. Картофан. Маркофель. Здрасте. Ух ты. Эй, кто? А... Ты еще откуда здесь взялась? Ну что за фигня? Я же никого не трогал. Кстати, кто оно и откуда оно взялось? Так, там работники, я надеюсь, они меня не заметят. Мне просто посмотреть через дверь. Непонятно. Блин, картина напугала. Так, ну и кто здесь был? Давай-ка возьмем, если это гражданский, то мы просто его усыпим. Что? Черт подери, это не гражданский. Эй! Ох-ох-ох. Ну, я тебя не звал, ты сама виновата. Пришла она тут. Опа, в этом-то саду я вообще не был. А как туда попасть? Слушай, я не был там ни в том времени, ни в этом, что самое интересное. Блин, сколько здесь всего, а? Ого. Мне этого ничего не надо, получается. Монтажного инструмента у меня в избытке. Так, как-то она пришла ведь сюда? Где выход? Так, ну через первый этаж однозначно. Ага, вон оно что. Я как-то упустил этот момент и сюда не заходил.
стоп, здесь что? Осторожно с балконом. На всякий случай упреждаю, балкон может упасть. Может. Пожалуйста, не выходите на его и даже не подходите к ему. Ни в коем разе не трогайте подпорки, которые я поставил. Это на время, они могут упасть от малейшего. Ну, я найду кого-нибудь, чтоб починили через неделю или так, Джейми. А зачем мне нужен упавший балкон? Подожди, а в том времени там есть люди какие-нибудь стоят? И что они делают в том времени? А, тут что за могила какая-то, что ли? Нет, фонтанчик. А балкон есть? И балкон есть. Странно. Очень даже стало интересно, что будет, если я его уроню. То он наверняка свалится и в настоящем. Только что мне это даст? Я что-то смогу достать или куда-то пройти? Слушай, да, вон распорки же. Погоди-ка, погоди-ка. Сейчас проверим. Балкон для чего и куда он? Так. Это бассейн у нас. Вот на второй этаж поднимемся сейчас. Да, я знаю, что вот надо уже войти в кабинет. Но подождите, ребята. Блин, тут так все круто, здорово и сделано. Интересно, что я... А, я понял, что за балкон. Здесь стоял охранник. Вот этот вот. Который труп. Да. Нерадостно. Тут еще, оказывается, было что-то. Обалдеть. Ха. Переборки-то ведь можно ломать. Я и забываю об этом постоянно. Так, ну ладно. А где... Где в том времени еще один, получается? Слушай, и здесь бабочки. Они у него везде, он бабочек коллекционирует. Блин, ну классный дядька же. Коллекционер. Коллекционер, миллионер, плейбой. И просто красавчик, да? Так, мне бы сейчас не нарваться на людей, которые что-то ремонтируют. Давай сюда вот. Оп. Так, амулет, 20 метров. Тихо. Сейчас я заберу, получается, амулет и пойдем разговаривать тогда. О! Ух ты! Что в том времени здесь? Такое ощущение, что ничего. Тут же такое ощущение, что в настоящем этой комнаты вообще нет. Точняк же. Амулет. Ну-ка, Стилден Абели обсудит шахтерский фонд. Отлично. Как я и говорил, Абели не пострадал. Ой, Абели. Стилтон не пострадал. Господину Рамису Стилтону, милостивый государь, мы пишем вам, чтобы узнать ваше мнение о новой конторе. Все ли соответствует вашим ожиданиям? Нужны ли какие-либо дополнительные работы? Убрали ли наши рабочие за собой весь строительный мусор? И если результат нашей работы для вас удовлетворителен, мы в ближайшее время вышли вам счета для оплаты. С уважением, Киркенгард и Муранова. Архитектурно-строительная компания Муранова. Ништяк. Я прям рад за мужика, вот реально. Впервые в этой игре, вот за все время, я за какого-то персонажа действительно рад, что с ним вот так. Стилтон. Я даже протонуться не могу отсюда. Потому что это новое помещение, которого не было. Мне реально поговорить с ним потом. Очень интересно, что он скажет. Поймет ли он, что... Хотя что он поймет? Он даже не знает ничего. Но он не знает ничего. Он просто смотрит и молчит. Да-да, я знаю эту дебильную песню, блин. Дебильное радио. Ладно. Будем наслаждаться после. Руками дел своих. 976. Давай разбираться с насущными проблемами.
Воу. Воу. Что происходит, мать вашу? Что это? Видел бы это наместник Бирн. Что? У него бы точно начались кошмары. Что за хрень? Здесь не работает временной компас. Где Стилтон? Зря его приблизил, даже если они с моим отцом были близки. О, жесть. Мы попытаемся сделать то, чего еще никто не делал. Я сама-то не могу это полностью осознать, а уж вы тем более. Если кто-то еще сомневается, пора отринуться. Хрена себе. Это выходит за пределы рационального. Вот та самая грань, где натурфилософия переходит в нечто. Да, я это чувствую. Подожди, это Гепатия? Мы рискуем сойти с ума. Далила, ваша императрица. Жесть. Вы должны исполнить свой долг. Далила сильна, как никогда. Мы с герцогом слышали ее голос. Она нашептывала. А я могу вмешаться, интересно? И время пришло. Займите места. Стойте, стойте, я могу вмешаться, нет? Понаблюдайте. Экспертический сеанс раскроет тайну возвращения и бессмертия Далилы. Видимо, я не могу вмешаться. Так, дальше что? Офигеть, вот тут все плывет. Мне что, нужно войти туда? Да вы издеваетесь. Ого. Ёлки-палки. Он же в твари, а? Помешать бы? Но почему-то не могу, потому что они... Моей душе ничто не грозит. Она заключена в этой вещице. Лука, положи ее под замок. Я боялась, мы тебя потеряли. Ага. Бриана, Лука, я никогда вас не покину. Стой! Я не вижу тебя, но я знаю, кто ты. Да что ты. Когда ты? Ты здесь, чтобы увидеть мое возвращение. Да-да. И однажды я приду за тобой. Однажды я приду за тобой. Ты даже не представляешь себе, насколько это будет скоро. Бездна — странное место. Я никогда не пойму всего, что она открывает. Клянусь звездами, это восхитительный... Подожди, ты как запись. Да, я даже не могу им помешать, потому что они как бы вне времени. Вообще, я так понимаю, вот этот вот сеанс любопытно. Даже чужому не понравился. Так, какую там вещицу ты передавай ему? Теперь моей душе ничто не грозит. Она заключена в этой вещице. В какой? Лука, положи ее под замок. Я боялась, мы тебя потеряли. Какая вещица? Бриана, Лука, твари, я никогда вас не покину. Покажите, что за вещица-то, я не пойму. Стой, я не вижу тебя. Да, все понятно, но на записи. Да все, я уже увидел все, что хотел. Я тут двушечки подсобираю сейчас. Вот зараза, а. Вещица там у нее. Знать бы, что за вещица. Да угомонись ты. Меня уже начинает это расстраивать и бесить. Ладно, ничего нового мы больше не увидим и не услышим. Вещицу нам не показали, а значит, нам либо чужой расскажет об этом, либо мы просто узнаем это, когда придем за Лукой. Ты же не понимаешь, Евангелие от Луки. Так, ну здесь больше ничего нет. Ничего спереть отсюда не удастся. Понятно. Ладно, выходим из этого временного разлома.
пыльный квартал. Так, ну давай перейдем. Я не знаю только, как местные отреагируют на мое присутствие в доме. Да, смотри, вот в прошлом эту стенку только планировалось. И в настоящем тогда ее не было. Потом они, когда Арамис остался, скажем, живой и в рассудке, все изменилось. Что мешает перемещению. Давай. Найти бы Арамиса, поболтать бы с ним. Что он мне скажет, интересно? Я не вполне уверен, что он не поднимет тревогу. Давай послушаем, что люди говорят. Интересно, когда господин Стилтон домой придет. А, его нет здесь. Я бы ковры выбил, но у него кашель от пыли. Да уж, слишком долго он махал киркой. Но работай спокойно, он сегодня вечеринку устроил в честь шахтера, который уходит на покой. Арамис Стилтон, он один такой. Верно. У этого человека поистине серебряное сердце. Спокойно как-то. Что творится с этим городом? Отлично. И все благодаря кому? Говорят, а? Тут благодаря кому? Вроде опасный тип. Благодаря или нам. Псих, или головорез, или карманник. Вот уж свезло, так свезло. Да вам даже не представляешь, насколько повезло. Если бы не этот псих, вас бы здесь и не было. Так, ну все. Прям даже это, похорошело на душе. А все равно осталось ощущение бездны, да? Смотри, воспользоваться способностями не могу. И ветерок этот витает в воздухе, получается. Нашептывает бездна из-за угла. Если долго вглядываться в бездну, то и она начинает вглядываться в тебя. Да, Эмили? Тебе-то от этого уже никуда не деться. А тут стало намного приятнее. Кстати, хорошо, что я успел забрать амулет. Я смотрю, здесь все изменилось. Еда, денежки, ну, монетки, это так, по мелочи. Кстати, мне хочется посмотреть на его сейф теперь. Понимаю, что это некрасиво, но... Вернем себе титул, корону и царство. Вернем долги. Так, здесь был проход. Проход был где-то здесь. Смотри-ка. Новая дверь, да, по сути? Чего же я такого сошивал? Тихо. Ага. Просто кладовка теперь, что ли? Ага, ну хоть что-то. Так, получается, что и в настоящем, и в прошлом я не могу попасть вот в тот отсек. Давай попробуем. Мне действительно интересно просто побродить по этому дому после изменений, получается. Это обалденно. Главное, чтобы нас никто... Тихо, блин, никто не увидел, хотел сказать. Давай вот так пройдем и заглянем вот сюда, да? Как оно здесь сейчас? Здесь же никого нет, надеюсь. Так, портируемся. Здорово. Такое ощущение, что у него даже увлечения стали какие-то безобидные.
Хотя они у него и были безобидные. Он мастерил что-то такое мирное. Маску там делал от пыли. Бабочками он и тогда увлекался. Но, судя по всему, маски он внедрил. Полный рабочий день. Смешно. Опа. Откуда ей вообще знать, что такое... Тихо, спокойно. Дай посмотрим ту комнату, которую... Нельзя было попасть. Ух ты, блин, попасть-то нельзя. А я и не смогу теперь. Блин, я не смогу попасть теперь туда. Так, а отсюда? Никто не увидит мое путешествие туда-сюда. Прекрасно. О, смотри, убрали крематорий. А кот остался. Ну, в принципе, я мог бы даже забрать амулет отсюда, несмотря на то, что тут произошли изменения. Это здорово. Амулет с потолка не знаю, куда бы они дели, но... Спасибо, что дали возможность забрать этот случай, если бы я его пролюбил. Так, ну, нам в любом случае пора выходить отсюда. Давай сделаем это через разлом в прошлом, чтобы никого не потревожить. Соберем все, что осталось тогда. Можно, кстати, исследовать. Подожди, коляска? Для кого? Поймите меня правильно. Если вы не уйдете, я позову на помощь. Да и гуманисты, все уже. Блин, собака. Все стало. Прибрано, красиво. Замечательно вообще. Я доволен. Я собой действительно доволен. Ладно, оставим это похорошевшее, ожившее местечко. И пойдем уже разбираться с нашими дальнейшими делами. Какой тебе снится кошмар? Здрасте. Как будто я зашел с этой стороны. Здравствуйте. С какой стати мне верить тому, кто прячет лицо? Ой, да что ты прям. Честные люди. Да у вас тут пыльно. Не прячут. У вас тут пыльно и дышать нечем. Даша, так, все, пошли люди! Отсюда. Не нравится. Не нравлюсь я ей, поэтому выходим. Так, а чужой со мной не будет разговаривать? Компас-то он меня должен забрать? Или он мне на память, так сказать, о путешествиях во времени? О, черт, что это? Ни хрена себе. Ну ты и урод. Оглянись вокруг. Очередной рассыпающийся островок на самом краю бездны. Нет, он особенный. Здесь 4000 лет назад мне перерезали горло. Здесь моя жизнь закончилась и снова началась. Здесь я был создан. Эта часть бездны кажется старше. Охренеть, ну и к чему весь этот кардебалет? Я так понимаю, ты заслужил. До самого конца я думал, что смогу сбежать. Я боролся. На веревке лишь рвали мою кожу, пока я не обессилел. И тогда нож коснулся моего горла. И я понял, что ждал слишком долго. Ты где? Кровь хлынула из раны. А я стал богом. Теперь ты знаешь секрет Далил. На исходе своих дней она отправилась в плавание сквозь бездну и должна была сгинуть навеки. Но ее воля и коварство не имеют себе равных. Она нашла это место. Остров посреди бездны, который сделал меня тем, кто я есть. Он изменил ее. А она нашла способ выбраться отсюда и захватить власть. Далила теперь часть меня. И мне это не нравится.
Ага, я понимаю, почему ты так бесишься. А вот нехрен было оставлять следы, надо было как-то, не знаю, зачистить здесь все, это же бездна. Ты же мог с этим что-то сделать, вот твоя халатность тебя и погубила. В бога он тут играет, мальчишка. Тоже мне, да, даже такой простой человек, как Эмили, это понимает. Ладно, пойдем. Надо отдать должное Далиле. Она оторвала кусочек себя и спрятала в изваянии. Она стала бессмертной. А, так вот. Если хочешь убить Далилу, придется найти и вернуть ее душу. Выполнить это непросто. Но то, что последует, станет труднейшим испытанием в твоей жизни. Серьезно? Че уж хуже-то? Или нужно будет кусочек себя оторвать? Поменяться с тобой? Ну блин, я уже не знаю, как к чужому относиться. Он вроде бы и норм, а вроде бы и не норм. В мире больше тайн, чем кажется. Фу. Этот странный день прошел, и теперь нужно вернуться на шлюпку, где ждет Соколов. Да уж. Это было, ну, очешуительное путешествие, я должен вам сказать. Так, у меня магия появилась, это уже хорошо. Прекрасно. Мне вернули мои способности. Теперь я снова могу резать глотки всем без зазрения совести. О, а тут прям похорошело. Слушай. А здесь реально стало лучше. Руны, амулеты. Серьезно? Ну хоть Стилтон их слушает. Жаль только, что гвардейцам на все наплевать. Да, вся гниль идет от герцога. Но Рамис Стилтон хороший человек. Я ему передам. Он выпивает в пабе моего брата. Он знает, что мы его ценим. В Карнаке бед хватает, но все могло быть гораздо хуже. Слушай, пойдем пообщаемся, все-таки мне интересно. Все-таки мне интересно. А я не могу пройти сюда, получается. Смотри, все заделано. Мне вообще не дают возможности пройти в те кварталы, где я был. То есть, если бы я оставил там что-то, я потом бы не смог за ними вернуться. Ну, пошли за амулетом. Здрасте. Вы же не против? Если новую вентиляцию одобрят, это будет настоящая победа. Больше воздуха и меньше пыли в легких. Отлично. Мне сообщили, что по просьбе Арамиса Стилтона в этом месяце должны снова выдать награды жертвам. За безопасность, что ли? Он понимает, что это ударный труд, так это тоже. Скажите спасибо Стилтону, единственному достойному человеку среди вас. Козлина, он даже в такой момент умудрился поднасрать. Со всех город. Мое почтение. Здравствуйте. Чем могу помочь? Скажите, а у вас вот тут амулет лежит. Да, можно пройти? А теперь все на нервах. Спасибо. Я не задержусь надолго. Классно. И прям город-то преобразился, я смотрю. Ну лет 10 метров. Вы уж извините за хамское вторжение, но вот тут лежат некоторые вещи, которые мне... Ну берись давай. Которые мне очень нужны. А, амулет, руна, амулет. Да, все верно? Давай, смотрим все-таки. О, наконец-то мое зрение вернули мне. Как я без тебя скучал, а? Как мне тебя не хватало. Вот это жизнь. Так, ну, я у вас, по сути-то, ничего не взял. Так что извиняться особо даже не за что. Будьте здоровы. И еще. На недавний прием во дворце не был приглашен наместник Верховного Смотрителя Бирн. Однако я Почему? Не испытываю к нему ненависти.
хотя в аббатстве могут считать иначе. А что не так с Бирном? Никто не имеет права указывать, сколько мне пить и выговаривать мне за еду. А, понятно, козлина. Это вообще о чём? Смоются бедняки, которые крысы. Так, где здесь руна? Я столько уже рун нафармил этих амулетов, что пора бы заняться действительно крафтом амулетиков и разбором рун. Но, пожалуй, займемся уже на корабле. Говорят, Стилтон договорился о встрече с главой семейного комитета. А, кстати, тут даже охраны нет. Она обещала поговорить со Стилтоном о новых правилах безопасности для шахтеров. И чтобы у детей смена была покороче. Отлично, отлично, отлично. Так, как подняться? Она ведь не из наших. С киркой или там лопатой я ее не видел. Интересно. По слухам, она влюбилась в шахтера, а тот погиб в шахте. И тело его так и осталось в забое под серебром. У Люси, пастор, ну, доброе сердце. Могу. Сильный характер. Отлично. Но если Стилтон будет слушать ее, вместо того, чтобы бегать на побегушках у дворцовых идиотов, я не возражаю. Ну ладно, у мужика все наладилось, город поднялся. И это прекрасно, я считаю. Это действительно прекрасно. Так. Вот. Что-то все равно. Все равно что-то гложет, чего-то не хватает, как будто бы. Как будто что-то я все равно упустил. Хотя, впрочем, что переживать? Все вроде хорошо. Стилтон, красавчик! Город в порядке. Пойдем уже до Антошки. Вот он удивится-то сейчас. Вряд ли кто-то это заметил, но дела меняются к лучшему. И не без твоего вмешательства, Эмили. Так, где тут что-то валяется еще? Черный амулет. Отлично. Угу. Ну вот тут-то на самом деле все так же и осталось. Вообще ничего не изменилось. Так, амулет. Отлично. Фу, обалденная миссия. Обалденный финал этой миссии. Я просто в восторге. Подожди, дай мне... Подожди. Дай мне порассуждать вслух на тему того, что хоть в этой миссии игр со временем есть много заимствований, опять же, как в механическом дворце Джиндыша были заимствования из Портала, здесь заимствования как из таймшифта, коллапса, так и из Биошока, например. Помните там Биошок Инфинит? Насколько я помню, там главному герою можно было перемещаться во времени с помощью его же дочки. Так вот, и вообще, кстати, эта игра очень смахивает по стилистике на Биошок. Но вот эти заимствования, они игру вообще не портят и добавляют ей вот это вот... Рука! Глаз! Меган! Ну, я рад за тебя, слушай, Антон. Ну, Антон такой же. А с ним ничего особо и не было. Но за Меган я рад, честно скажу. Не знаю, насколько она была плохой девочкой, но... Извините, что не смогла проводить вас сама. Но надо думать, вы и сами все нашли. Много лет назад Стилтон никогда не говорил про герцога. Я не понимала, почему. К счастью для шахтеров, Арамис Стилтон делает все возможное, чтобы уменьшить вред, который наносит герцог. Да подожди, она я это ты уже говорила. Она почти такая же скрытная, как и ты. Меган Фостер. Она не всегда была капитаном корабля. Ну слушай, все одно и то же. Я это уже слышал. Про руку и глаз это вообще... Ну тема, слушай, я вдвойне рад. За Стилтона, за город, за Меган. Просто, ну... Ну замечательно же. Антон, интересно, поверит рассказу? Вы готовы? У меня от пыли уже...
в горле першит. Да, мне удалось нанести визит Паулу и Стенателям, кажется. И Стилтону. Можно идти. Герцог Лука Абеле разрушил старый дворец и воздвиг этот монумент собственному эго. Знает он это или нет, но я заставлю его заплатить за все, что он сделал. Я покажу ему, что бывает с теми, кто предал империю. На рассвете герцог уже будет свергнут или убит, смотря как все пройдет. И все, что затем случится с Сирконосом, будет на совести герцога, не моей. Мне нужно пробраться внутрь, разделаться с герцогом и выкрасть душу Далилы. Что ж, друзья. Это ночь последняя. Скоро я растворюсь в небытии. Ты должна обрести покой. Я слишком задержалась. Найди душу Далилы. Заточи в эту ловушку плоти. Отпусти меня. Я не понимаю. Ты поймешь. Да как бы, Эмили, что тут непонятного? Отпускаешь душу матери, а в сердце помещаешь душу Далилы. Как бы все очевидно. Я уже чувствую, что нам предстоит еще одна интересная миссия. Но делать мы это будем уже в следующий раз, друзья. На сегодня пока все. Подождите. Почитаем ответ от Витмана. Вимана. Милая Эмили, твой гонец дал мне всего несколько минут, чтобы набросать ответ. Тщетно я со слезами на глазах упрашивал его рассказать, где ты скрываешься, или взять меня с собой. Но я верю тебе, хоть и не знаю, нужно ли мне на тебя сердиться, или же рыдать от счастья, что ты жива. Похоже, Марли на грани войны с Гристолем. Из Данвуала до нас доходят странные мрачные слухи о солдатах из металла, женщинах, управляющих деревьями, и китах в порту, поющих задом наперед. Я ненавижу всех за то, что стоят между мной и тобой, не давая нам взяться, наконец, за руки. Прошу, береги себя, иначе не знаю, что со мной будет, Вимон. Отличное любовное послание. Да. Что ж, друзья, на сегодня будем заканчивать. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал и заглядывайте в группу ВКонтакте. Всем котиков и совушек. Пока.